Обзор по паре фунт-доллар, часовой график. Во вчерашних торгах котировки плавно снизились, при этом достаточно существенно чувствовалось сопротивление продавцов вблизи линии сопротивления нисходящего тренда. На текущий момент можно заметить, что после достижения локального минимума во вчерашнюю торговую сессию, что совпало также с локальным минимумом в пятницу прошлой уходящей недели, котировки вновь приблизились к линии сопротивления, и учитывая как общую динамику, так и нахождение цен ниже уровня сопротивления 22.60 с фактором укрепления американского доллара на ожиданиях повышения процентной ставки, более перспективными на данном рынке остаются все еще сделки на продажу. Поэтому для трейдеров, ранее открывшим сделки на продажу вблизи данной линии, рекомендую удерживать данные позиции вплоть до достижения поддержки 21.21. Но трейдерам, не сумевшим вчера открыть эти позиции, рекомендую рассматривать также сделки на продажу, но уже от текущих значений цены, также с фиксацией при достижении 21.21. На сегодняшнюю сессию не ожидается важной макроэкономической статистики, способной поддержать британскую валюту или ослабить американский доллар. Поэтому сделки на продажу все еще остаются перспективными.